Посольство Украины в Берлине направило в МИД Германии ноту протеста в связи с состоявшейся встречей двух депутатов Бундестага от левой партии с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, таким образом Киев выразил свою обеспокоенность тем, что во время якобы гуманитарной акции была выражена поддержка ополченцам, сообщает издание «Украинская правда». Недовольство украинской стороны также вызвало этот факт, что немецкие депутаты попали на территорию ДНР через российскую границу. По словам Мельника, тем самым они нарушили украинское законодательство, которое запрещает иностранным гражданам пересекать участки границы, не находящиеся под контролем Киева. Напомним, что депутаты Бундестага Вольфганг Герке и Андрей Гунко с депутатом Госдумы от КПРФ Владимиром Бессоновым на прошлой неделе посетили Донбасс. По их словам, они передали гуманитарную помощь для больниц, а также провели встречу с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко.